Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 112, упражнение номер 238. Проведите опыт. Глаголы в прошедшем времени изменяются по числам и в единственном числе по родам. А изменяются ли они по лицам и числам? Попробуйте изменить глагол «шел» по лицам и числам. Итак, «шел». Я шел. Ты шел. Он шел. Вы шли. Они шли. Мы шли. Получилось? Сделайте вывод, как изменяются глаголы в прошедшем времени. Глаголы в прошедшем времени, как мы сказали, по числам изменяются. А вот по лицам глаголы в прошедшем времени не изменяются. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.